С 4 по 14 мая в областной научной библиотеке пройдет «Победный май». Всем желающим специалисты помогут найти информацию о погибших или без вести пропавших родных и близких. Совместно с Всероссийским обществом слепых в мае, июне и сентябре сотрудники библиотеки будут проводить выездные адаптированные экскурсии. А в детско-юношеской библиотеке все желающие смогут посетить выставку артефактов Великой Отечественной войны и послушать аудиоэкскурсии о защитниках Заполярья. 6 мая во дворце имени Кирова состоится праздничный концерт. Подарком для гостей станет выступление Дениса Майданова. Традиционно на всех площадках области будут проходить гуляния, учреждениях культуры, выступления артистов и спектакли, посвященные Дню Победы. Кроме того, в этом году всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате. 9 мая в Мурманске шествие проследует по проспекту Ленина к мемориалу защитникам Советского Заполярья.